Итак, телефон первый нагрелся. Друзья, второму телефону. Теперь мы на iPhone снимаем. 8 плюс. Один нагрелся, солнышко мощное. Телефон прям пишет, не можно. Нельзя дальше снимать, так как слишком жарко. Перегрелся. Мы идем по этим улочкам. Друзья, все для себя новые улочки открываю, здесь хожу. Какие интересные, видите? Думаю, интересно тоже. Такие маленькие балкончики. Надо только покурить, выйдешь. Хотя мне говорили, что, друзья, такие балкончики вообще не для того, чтобы ходить, а для того, чтобы цветочки там поставить и поливать их. И все. Получается, дом без балкона. Хотя, может быть, на другую часть балкона. На наружную. Интересно, что же такой темный цвет, это бордовый что ли, цвет дома такой. Такое интересное, какое-то турецкое или арабское тоже. Интересное кафешечко, красивое. Какие-то флаги висят. Такие интересные. Какая-то, значит, тут арабская улица или турецкая улица. Такой балкон интересный. Кафешка интересная такая.
Так вкусно сделано. Вот здесь популярный магазинчик Каверан. Какой-то. Вот такие узкие улочки. Прям не пройти. Я продолжаю двигаться. Друзья, здесь некоторые дорожки уходят вверх. Видите, какие тут. Вот такая. Видите, какая интересная туда или сюда. Наверное, сейчас вверх схожу. Какие интересные тут. Вчера здесь ходил. Или все похоже здесь. Просто. Да, вчера здесь шел. Точно, точно. Наколки делают это. Ребята, вчера здесь был вечером, оказывается. Здесь стояли столики, кафешечка, а сейчас ничего нет в нем. Как интересно. Вчера все было открыто. Thank you.
Ань, спасибо, я попозже приду, я тут на интервью с одним интересным человеком. Сейчас договорился, вот к нему сейчас иду. Все, хорошего вечера. Сереж, идите гулять, Сереж. Я часа через 2-3 не раньше, так что гуляйте, конечно. А там спишемся. Так, на секундочку. Так. Телефоны перегреваются, к сожалению, даже навигатор не делают. Мне надо по адресу дойти. А, вот сегодня здесь адрес сделался. Так, 1 километр у меня, 13 минут. А время у нас... Отлично. Все, тогда идем по этому кварталу, друзья, пока. Смотрите, как прикольно. Вчера я здесь, походу, гулял. Тоже. Такие улочки здесь. Ага, вот знакомый местечко. Рынок прямо здесь, друзья. Африканский рынок. Прямо здесь, и классно. Ребята. Обдувает так хорошо. Классные улочки. А, тебя какая улица интересная.
всего ресторана. Автобусы. Ух, большие. Либо тоже такие райончики. Дворики с кафешками красивые. Немножко прогуляемся здесь. По этим дворикам. Познакомимся с Гранадой поближе. Дворик красивый тоже. Такой домик. Это Мандо де Адиестраменто. Доктрина. Не знаю, как переводится, ребята. Вот так. Эту цепь, смотрите, какой мощный, зашел сюда, надо выходить. Все так по-домашнему, друзья, плиточка такая. Здесь тоже сделано плохо. Работали, да, ребята, несут свои товары. Супермеркада какой-то интересный. Что такое, даже не знаю. Рапид. Рапид, друзья, напишите, знаете такой Рапид. И, друзья, хочу сказать, кто хочет сделать страховку в Испании или в Европе на машины стран СНГ, это Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, в общем, любые, Молдова. Вот, пишите, поможем в этом вопросе. Вот. И, друзья, подписывайтесь на канал Артема. Ссылочка будет в описании. Называется канал «Другая Испания». Артем интересно рассказывает об Испании, свой взгляд. Он здесь уже 6 лет. Поэтому, друзья, ссылочку ставлю на его канал в описании. Подписывайтесь. И контактики по страховке тоже оставлю в описании. И в первом комментарии все. Какие интересные дворики здесь. Надо, ребята, их обогнать, наверное. Здесь стоит. Какие интересные. Какие. Это тоже какой-то крепость какая-то. Тут туристы есть, вот девочка. Девочка. Какие-то. О, меню дня видно, ребята. 14 евро. Видите? И вот другое еще. Это 9,90. Такие вот цены. Покушать. В общем, где-то 10 евро надо, чтобы покушать. Я считаю, на наши 900 рублей с копейками. Жарковато.
Вот, видите, тут все в горах. Сразу в горы пошли. Опа. Вот уже интересный такой домик. Такие балкончики. Есть турист, ребят. Конечно, не русскоязычный, а может быть с Мадрида, с других городов. Испания, может, с Барселоны. Не знаю откуда. Или с северной Испании. Но туристы есть немного. Потока нет, конечно. Пустой город. Достаточно. Кто-то приезжает. Улочки такие. Такие разные барчики. Каса Эль Сота. Такие дворики классные, ребят, здесь. Плаза де Лос Кампос. Туда. Пойдемте сюда прогуляемся. Пойдемте по тени. Всегда кто-то кричит. Кстати, заметил, ребят, достаточно много таких сумасшедших. Они здесь гуляют, так видно, на пособии, наверное, сидят. Вот так спокойно ходят. У нас как-то все по домам больше, а здесь они на улицах нормально, в принципе. Никому ничего, без проблем, гуляют. Смотри, тут автобусы есть, где-то есть. Тоже какой-то храм, точнее, не храм даже, а этот. Знаете, знакомые ребята идут такие. Ага. Здравствуйте, а вы кто? Вот. Блогер на ходу. Да? А, Леша на халяву. На ходу. Леша на халяву. Леха на халяву. Слышали такой? Да. Вот Святого Доминго, пожалуйста, Святого Креста. Вот. Мы пришли специально посетить этот собор, эту иглесию. Немножко мы сходили, перекусили. Сиеста, 2 часа всегда, сиеста. Каждый день, с 13 часов до 3 должна быть сиеста, правильно? Ты сегодня отдыхал? В баре посидел. Да, ты стал седой, я смотрю, ты посидел, точно да, посидел. Гранада так вот подействовала на меня, да. Посидел. А мы посмотрели Леонардо. О. Интересный чувачок, да? Да, да, вообще классный такой, да. Парень. Ну, я, кстати, к нему зашел, у него чего-то... Мало видео, да? Он 4 только видео только начал. Зато все у него все по-английски. На 4 языках, на разных. Нет, итальянский, я на русском не нашел. Нет. Итальянский, португальский, французский и еще какой-то там английский. А, русский сейчас будет, да? Да, русский он записывал при мне. Ага. Так что такой парень, уху. Ну да. Супер. Не, вообще, когда люди знают языки, это же прекрасно. Да, 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 да. Так, отключаюсь. Итак, друзья, мы продолжаем наше маленькое путешествие. У меня еще есть время, поэтому погуляем. Проходим дальше. Разные такие улочки интересные. Пойдем сюда.
солнце, друзья, очень сильно нагревается прям. Квартальчики. Апельсины. Едет. Ребята, пипец. Смотрите. По таким улочкам. Вот. Видите, ребят, что здесь творится? Какие тут улочки. О, такие вот тут. Не разойтись. Такой вот дворик. Интересный. Сейчас обед, кушают все. Так, мы тут куда-то к зданию полиции подъехали, а я без маски. Лучше пойдем назад, куда-нибудь здесь по этим улочкам. Какие-то тарелочки интересные. Вот это такие улочки. Домики вообще. Класс. Здесь такая интересная брусчаточка. Выложено все, какой-то стиль такой арабский. Другая Испания здесь такая. Отель Паура 2. Какой-то интересный. Вроде бы открытый. Давайте, 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 давайте.
Такая небольшая площадь. Интересно, вот здесь уже был. Знаете, вот мужичок Кёкушинкай показывает. Кёкушинкай. Опа, в маске, круто. У тебя Кёкушинкай. Опа, раз. Опа. Раз. Кёкушинкай, классно. Как здесь интересно, да. Прямо на площади Кёкушинкай. На солнце. Блин, жарко только, жалко. Как интересно. Вот, ребята, идем дальше. Ректор Мурата. Улица называется. Тут какой-то крутой ресторан, классный. Вчера я, по-моему, здесь гулял. Да. Кафешечки на дорогу все выходят. Дворики классные, друзья. Будет интересно тоже.
Смотрите, куда у них интересно. Показывал тоже этот сарайчик с красным сата пример, какой красивый сало пример, да. Дворик интересный тоже, таких вот, из таких двориков состоит Гранада основное. Тенек немножко, друзья, ушли. Идите направо. И в эту сторону тоже. Двух-трехэтажные домики очень такие небольшие здесь. Я везде иду по навигатору. Хорошо, что два телефона. Один снимает.
Идите направо. Угу. Направо. Отлично. Какие дворики. Какой-нибудь домик. Интересный, да? Такой. Балкончик у нас. Вау. Планада очень красивая, друзья. Интересно. Дворик интересный. По навигатору мы идем. Так. Иди фисю. Уважай. Машину ставят. Раз. Он на эту улицу поставил. Поверните направо. Сюда. Поверните налево. Направо. Поверните налево. Ух, какие, друзья, домики. Интересно. Трехэтажный все такой, дворики. Везде. Да, налево, как мы в горку уйдем. Поверните направо. Вот здесь классная машинка, ему ретромобиль стоит. Иди сюда. Посмотрим. В общем,
Одни трехэтажные домики, друзья. Так, я вроде правильно иду. Какие здесь тоже домики-то? Точнее, двойки. Ну, я здесь вообще спускался, по-моему, вчера. Спускался здесь вчера, к себе, сюда, в центр. Немножко не так. Машинка стоит. Вилла Мерседес. Знаете, как интересно. Вилла Мерседес. Так, немножко не сюда я пришел. Чуть в другую сторону. Так, сейчас, ребята, значит, дойдем в другую сторону. Поверните направо. Сюда чуть-чуть. Okay. Направо. Дорожки мощные.
Солнце жарит, ай-яй. Вот эти классные, ребят. Такие балкончики, цветочки классные. Красиво, конечно, здесь очень. Душевно. Так, я почти пришел. А вот, по-моему, Тейлор Гитарас. Да, все, чуть-чуть. А, я, ребят, здесь же вчера шел вечером. Здесь повернул. Как раз сюда направо, вниз. Ваше место назначения находится справа. Да, вот она. Пульсы. Вот, ребята. Я пришел к мастеру русскоязычному нашему, который ремонтирует гитары. Куда надо? Ага. Павел. Да, Павел Гаврюшов. Гаврюшов, да. Павел Гаврюшов, друзья, вот, зовут. Значит, сейчас мне еще осталось до времени 14 минут, поэтому мы с вами чуть прогуляемся. Немножко сюда. Фух. Жарко, ребят, по солнцу идти жарко очень. Конечно. Такие интересные виллы стоят. Сразу видно заезд, заход, такие по две квартиры. Так интересно здесь. Так, и все, друзья, отключаюсь.